Да уж. Здорово. Последний день выходных, конечно. Ну да ладно уж. Зато мы вчерашний день хорошо провели, так ведь, Серый? Да. Да уж. Погуляли долго. Да, долго очень гуляли. Мячище, твою мать! Серый, Серый, давай сюда, давай сюда. Что ты увидел? Чуть инфаркт не случился, да? Чё случилось-то? Кого ты видел? Ой, тихо! Охренеть. Мужчина, её... Что, по-моему? А? Блин, офигеть. Так, нет. Наверняка какие-нибудь маньячины или... Или еще похуже. Давай-ка пока выберемся и найдем какую-нибудь палку получше, чем это. Так, ты пока осматривайся. Я тут, кажется, видел. Ага, во. Так. Эх, не подойдет. Слишком трухлявая. Во. Во. Давай, на камеру. Так, идем туда. Эвакуация. А, блин, эвакуация города Челябинск. Всем жителям срочно идти к большой молнии на энергетиков. А причина не указана. Чё, пойдем? Да, уж надо бы. Да. Ну нафиг. Блять! Да, чуть не напали. Ага. Ладно, на дубинку. Фу. Как у дубинка, удобная? Да. Так. Большой молнии. Думаю, улицами будет опасно идти. Давайте по больше. Да, давай, согласен. Так, хорошо. Блин. Нет, все нормально. Кричит кто-то. Да, не говори. Так. Ну да ладно. Да. Я думаю, сейчас пройдем через гаражи, а там через дворы одни такие. Через Махасранский. Потом... Да, через такие Махасранские. Пройдем эти дворы. Потом прямо немного. Да, ну, в общем, думаю, камера это все запишет. Ага. Так ведь? Да. Удобно тебе, да, с этой палкой? Мне бы тоже найти. Пусть у тебя пока побудет. Ага. Ага. Блин, тихо, все. Все, кажется, ушел. Ладно, это нам не до этого. Уходим. Не знаю, не трогай. А, стекляшка какая-то. Ладно, не бей ее, не трогай! Дебил, что ли? Вдруг что-то произойдет. Ну ладно. Неси. Неси. Ага. Так. Давай-ка вон туда, на помойку. Может, что-нибудь найдем. Так. Да, покрасили, видимо. Так, оглядывайся. Сука. Видал? Тихо, 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 тихо. Телек. Не ломай его.
Нет. Я на каком-то типа колесика нашел. Ну, а, это какая-то палка. Это... Не знаю, какая-то херня. Так. Ладно, давай ее доломаем, чтобы она больше не шумела. Все, достаточно. Все, серый хоры. Так. Ладно. Да, фигня какая-то. Нет, не вытащить. И не вытащить ее. Вытянуть. Так. Ладно, идем туда. Так. Никого, кажется. Да, не говори. А, может, оно где-то 12 часов, поэтому не помню. Да, хорошо. Это обычно. Обычно, да. Только вот что-то не знаю, почему не эвакуируются. Вроде везде написано. Ага. Так. 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 Раз, два, три, бежим. Все. Все. Так. Нет. Так. Ладно. Остался сейчас один вопрос. Куда идти? Налево или направо? Давайте. Давай. Мы вернулись. Ну и хер на вас. Вроде ушли. Почему не эвакуируют? Да не говори. Да ладно, это просто люди. Если бы они эвакуируются, они бы... Их бы тут не хотел. Так. Да. Срочная эвакуация. А, блин. Срочная эвакуация. Идти к большой молнии. Город, да, город заражен неизвестным вирусом. Каким еще вирусом? Не знаю. Давай тогда лучше уходить. Как саки? Че? Как саки? Или как она там? Какие саки? Ну, так. Че за саки-то? Коксаки. Ладно. Коксаки? Да. Че за коксаки, а? Да это, говори, типа, то, что если ты слишком часто будешь всякие наркотики употреблять, то ты рано или поздно будешь. А, ну это бывает. Но там написано неизвестный вирус, поэтому лучше уходить, так ведь? Угу. Как же хорошо уходить? По Мухосранскому-то. Ага. Да, тут почему-то уютно, правда. Не тихо. Жутко еще. И воняет. Стекла. Только мне неохота их бить. И не надо. То, что это зеркало. Да. А если разбить зеркало, то плохая. Да. А черные кошки в Англии — это хорошая примета. Плохая. Если ты черная кошка, то жди несчастья, да? Ну, вот остается вопрос, что это? Варежки? Это варежки. Ладно, Серый, давай, ты будешь снимать.